Игорь, привет. У нас парализовало Италию окончательно. Вот все закрыто. У нас с сегодняшнего дня, с вечера, с 18 вечера, 6 часов комендантский час, нам выдали всем справки, разрешение выход из дома, значит, или на работу, или в аптеку, или в супермаркет, не далее твоей зоны и сразу домой. Если не подчиняешься, трамваи пустые ходят. Войти в первую дверь нельзя, потому что веревками закрыто от того, что, чтобы водителей не заразить. Вот я стою на пьяце Дель Домо, никого здесь нету. И если выходишь без разрешения, то есть у тебя нет мотива определенного, сразу 250 евро штрафа на ходу. А если нет, тюрьма на 3 месяца. Короче говоря, очень серьезно. В Милане и в Миланской области, то есть в Ломбардии, сейчас только что сказали, всего 6 мест в реанимации. Врачи говорят, что мы должны выбирать между молодыми и старыми, кого спасать. Взрослых уже там 60, 70, 80 лет. Они даже не спасают, потому что у них иммунитета нет, они уже спасают молодых. Сегодня сказали, что прилетает группа врачей из Китая, потому что у них опыт более, как сказать, большой опыт. И врачи в Милане не хватает мест в больнице, не хватает медсестер. Вообще Италия парализована просто. Такого еще не видели, даже, говорят, после войны такого не было, после Второй мировой войны. Короче говоря, страшное дело. Игорюш, я тебя целую, вот в такой ситуации мы находимся. Ужасно все, ужасно. Я тебя целую, рыба.